Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Олег Радочин, и сегодня мы с командой взяли в работу еще один очень эффективный инструмент, который позволяет зарабатывать в интернете хорошие деньги с помощью смартфона и аккаунта в социальной сети. Причем неважно, сколько вам лет и какое у вас образование. Это мощный финансовый инструмент с востребованным продуктом, который с легкостью поможет тебе в этом году закрыть все финансовые цели, которые ты перед собой поставил. Я надеюсь, что ты это сделал, потому что если нет цели, нет результата, и это очень важно. В свою очередь, мы с командой поможем тебе реализовать твои цели, а также ежедневно зарабатывать хорошие деньги и ежедневно выводить эти деньги себе на карточку. Ведь деньги в наше время – это все. И деньги решают огромное количество проблем в нашей жизни. Я бы сказал, 90% проблем можно решить за деньги. Также за деньги можно купить время других людей, а свое собственное время тратить на то, что действительно важно и нужно, на свою семью, детей, своих близких и так далее. Также за деньги можно реализовать свою мечту, к которой вы так долго стремитесь. Я думаю, что у вас, так же как и у меня, реализация мечты связана с деньгами. Данный проект доступен абсолютно всем и каждому, неважно, это мама в декрете, это студент, разнорабочий, либо предприниматель, каждый в этом проекте найдет что-то для себя, какую-то свою ценность. Но самое главное, что проект доступен любому, ведь вход в бизнес составляет всего от 100 до 10 долларов, а 10 долларов это цена 3 чашек кофе. Согласитесь, неплохо начать строить бизнес по цене 3 чашек кофе. Но это еще не все, даже за 10 долларов единоразово, без всяких там ежемесячных платежей, если быть точнее, то за 12,5 долларов, вы получаете уже на старте после активации огромное количество инструментов, цена которых намного больше. У любого продукта есть цена и есть ценность. Здесь за маленькую цену вы получаете большую ценность, и это очень важно, друзья. Еще одним преимуществом я считаю, что проект только стартовал, самое начало. Он очень прост и понятен абсолютно всем и каждому. Здесь не нужно учиться в институте 5 лет, потом идти и проходить практику, чтобы начать зарабатывать деньги. Тебе достаточно зарегистрироваться, потратить 30 минут на обучение, и уже через час после регистрации ты сможешь с легкостью заработать свои первые деньги. Это простой инструмент, просто бери и делай. Данный инструмент полностью автоматизирован, все процессы полностью автоматизированы. Но мы с командой не остановились на этом, мы пошли дальше в плане автоматизации и упростили данный бизнес настолько, насколько это вообще возможно. Поэтому ты сможешь получить все наши готовые инструменты, готовые странички, воронки, чат-боты и так далее абсолютно бесплатно, просто в знак признательности за то, что стал частью нашей команды. Да? И ты получишь не просто инструменты, ты получишь готовый бизнес под ключ, который поможет тебе собирать подписчиков и зарабатывать десятки, то есть сотни тысяч каждый месяц. Вам не нужно будет ничего придумывать и создавать с нуля. Это на самом деле система, которая действует по принципу «подключись и зарабатывай». Сейчас мы живем век новых технологий, поэтому, конечно, и сам сервис будет развиваться, будет дополняться, и огромное количество инструментов еще появится. Но даже сейчас ты можешь начать зарабатывать вместе с нами неприлично хорошие деньги. Основным преимуществом, я считаю, знания. Потому что с нами ты начнешь развиваться, получать новые знания, которые действительно нужны здесь и сейчас. Мы живем в такое время, когда можно сказать, что деньги – это люди, подписчики. Нефтью в 21 веке является трафик. И те знания по получению трафика, по монетизации подписчиков ты тоже получишь у нас. Это очень важно. Как говорится, чем больше извилин в голове, тем больше денег в нашем кошельке. Это прямо пропорционально, и с этим не поспоришь. Инфопродукты и сервисы компании будут полезны любому начинающему специалисту, там, копирайтеру, маркетологу и так далее, владельцам бизнеса, фрилансерам. И даже только тем, кто только хочет начать зарабатывать на удаленке, он сможет с легкостью освоить востребованную профессию и реализовать себя на рынке фриланса. Также будет полезен криптоэнтузиастам, даже с нулевым уровнем знаний. Да, в принципе, любому человеку, кто хочет себя реализовать как-то и выйти на новый уровень дохода. Данный сервис интересен еще тем, что позволяет любому человеку не только создать и раскрутить свой личный бренд, но и любой бизнес в интернете при помощи самых эффективных инструментов и готовых решений с максимальной автоматизацией всех бизнес-процессов. От момента поиска и привлечения целевой аудитории
с последующим вовлечением в автоворонку до момента завершения сделки и получения прибыли в любом своем бизнесе. Простыми словами, с помощью просто гейм мы с легкостью можем увеличить прибыль в любом своем бизнесе. Еще одним преимуществом я считаю, что данный инструмент и данный сервис будет очень полезен представителям всех сетевых компаний. В нашей команде уже есть предприниматели, такие же, как и я, которые развивают еще и другой бизнес в других компаниях. В наше время, я считаю, иметь один источник дохода – это просто самоубийство. Самое главное, чтобы ваши инструменты получения дохода не конкурировали друг с другом, а наоборот усиливали друг друга. И я очень рад, что мы такой инструмент нашли. Это просто гейм. И еще я лично очень рад, что здесь, именно в нашей команде, есть представители из разных сетевых компаний, которые тоже увидели в этом инструменте свои выгоды. Мы как бы объединены в использовании этого ресурса, не пытаемся конкурировать друг с другом, а наоборот помогаем друг другу. Я имел опыт традиционного бизнеса, имел опыт безумно печальный в финансовых пирамидах, потерял огромное количество денег, потерял огромное количество людей, потерял огромный уровень доверия, это ужасно. Сетевой бизнес – это бизнес, в первую очередь, отношений. А легальный сетевой бизнес, конечно же, не должен иметь отношение к пирамидам. Если в компании есть продукт, а на текущий момент в просто гейме есть наикрутейшие инфопродукты и очень крутые инструменты, это не может быть финансовой пирамидой. Потому что продукт востребован, продукт интересен, и я как лидер еще и другой сетевой компании пришел не только на инструмент, я еще пришел на эту площадку именно за этим продуктом, за этим ресурсом. Мне интересен продукт этой компании. Причем инфопродукта не в кавычках, которые, я знаю одну компанию, которая продает инфопродукт за 300 тысяч рублей, рассказывая о том, что это самый важный продукт вообще просто в мире. Я посмотрел на тот продукт, и я за него бы и рубля бы на самом деле бы не дал. Еще очень классно, что когда мы строим свои команды через интернет, мы даем людям как минимум возможность начать зарабатывать деньги в интернете, и это очень важно. Сетевой маркетинг ничем не отличается от традиционного бизнеса. Тот же самый исходящий, входящий, конверсия, воронки, средний чек и так далее. В общем, ничем. Процент того, что в сетевом маркетинге ты сможешь состояться намного выше, чем нежели ты будешь сейчас думать о том, что возможно. Чисто гипотетически. Вы пойдете на свою работу, вернетесь там на свою зарплату в $300, дай бог в 500, дай бог в 1000. Возможно, кто-то из вас зарабатывал до текущего момента и больше. Но сейчас в условиях нынешней ситуации в мире 75% населения – это абсолютно ненужная прослойка людей. И если мы с вами хотим встать с колен, если мы хотим с вами начать что-то делать, то у нас, друзья, с вами других вариантов нет. Кроме того, чтобы строить бизнес на партнерских программах. Многие почему-то думают, что в индустрию сетевого маркетинга приходят косые, убогие, никому не нужные, идиоты в два класса образования, неудачники там и так далее и тому подобное. Могу судить по тем людям, с которыми я общаюсь каждый день, с людьми в нашей команде. Ничего из этого. Напротив, интеллектуальные, образованные, начитанные, этичные, офигенно интересные люди сейчас приходят к нам. А знаете почему? Потому что у этих людей есть какая-то конкретная цель. Сетевая модель бизнеса – это просто математически просчитанная бизнес-модель. За совершение каких-то определенных шагов и действий ты зарабатываешь какое-то количество определенных денег. В любой сетевой компании есть свой маркетинг-план. И приходя в компанию, мы с вами как бы соглашаемся на эти условия, которые нам предлагают. Здесь у нас, друзья, помимо офигенного продукта и интересного сервиса, у нас, друзья, с вами еще два маркетинг-плана. И я считаю, это очень круто. Это еще одно преимущество, так как мы получаем сразу не один, а два финансовых инструмента, два в одном флаконе. Это матричный маркетинг и тренар. Причем два маркетинга очень крутые, у каждого свои преимущества. И самое главное, что все 100% денег идут на выплаты партнерам в сеть. Это очень круто, что в первом, что во втором маркетинге. Это очень круто, друзья. Вопрос еще такой. Зачем сетевикам, мне как сетевику и другим сетевикам, которые пришли на эту платформу, помимо того, что это дополнительный финансовый инструмент, зачем нам продукт этой компании? Для меня этот инструмент еще интересен тем, что я могу масштабировать свою команду. Следующий момент. До того, как у меня появился этот инструмент просто гейм, я как сетевик продуктовой компании
проводил обучение и вживую рассказывал людям 1,5, 2, 3, 4 часа, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать, как настроить свои соцсети, как настроить свой там Telegram, как создать свой YouTube-канал, продвигать его, как активировать, я не знаю, там сторисы, шморисы, туда-сюда. Поэтому площадка «Просто гейм» мне на сегодняшний момент сократила время на обучение моих людей. Он с меня, с моих плеч снимает 4-5 часов в неделю, которые я могу теперь посвятить своей семье, своим детям. И теперь, когда у меня в следующий раз будет запуск, для любого бизнеса запуск, я буду кидать ссылку на сервис, вот там за $10 вы можете пройти все обучение. Кто пройдет, тому пятерка. Ребята, весь бизнес ушел в онлайн. Для нас это не секрет. И если вашего бизнеса нет в интернете, у вас нет бизнеса. И кто, допустим, в соцсетях? Возьмем Инстаграм, к примеру. Кто максимально красиво сейчас... друзья, ребята, люди покупают картинки. Инстаграм – это социальная сеть фотографий. И если у вас на текущий момент, допустим, вы двигаетесь через Инстаграм, нету входящих заявок, нету клиентов, никто не покупает ваши продукты и так далее, это значит, что ваш Инстаграм – помойная яма. Ну, в прямом смысле слова. Днище инстаграмное. Это ваш инстаграм. Просто гейм, помимо дополнительного финансового инструмента, это еще и сервис, в котором лично я для себя открываю новые фишки. Я тоже скоро начну фотографии там обрабатывать, писать правильные тексты, все делать правильно. У меня просто на это не всегда хватает времени, потому что у меня команда большая. Плюс на чисто дружеских началах, меня на самом деле никто этого не просил, но для нашей команды я подготовил вообще убойные инструменты, которые вы получите совершенно бесплатно, просто знак признательности, что присоединились именно к нашей команде. Вопрос еще в том, что открыв свой традиционный легальный бизнес на земле, вам нужно пойти в банк, взять кредит, не знаю там сколько, 100 тысяч, миллион, там, чтобы открыть парикмахерскую, салон красоты, булочную, пекарню, там, не знаю, массажный салон. Плюс каждый месяц вам придется, помимо того, что рассчитываться по кредиту, вкладывать в оборудование, в рекламу, в развитие, в аренду помещений, зарплату персонала, в обучение персонала. Про тот факт, что 90% бизнеса на земле, которые открылись, закрывается в первый год своего существования, я вообще молчу. Потом только остаются долги по кредиту и все остальное. Здесь, друзья, ноль вложений, чтобы начать бизнес. Ноль денег заплатите за свое обучение, потому что эта площадка Просто Гейм собрала самые крутые инструменты, обучение, пошаговые инструкции для успеха в любом бизнесе, как себя правильно оформить, создать свой правильный личный бренд для того, чтобы люди на вас начали реагировать, как запустить таргетированную рекламу, как создать автоворонку там, с чат-ботами и так далее и тому подобное. И вы за это заплатите сегодня сколько там? От 10 до $100. В зависимости от стартового пакета. Понимаете, это важно. Следующий момент. Возможность привлекать клиентов и партнеров в любой ваш бизнес. И вы получаете готовый автоматизированный сервис для распространения вашего бизнеса через интернет по всему миру. Круто, да? Мы должны научиться с вами в этом разбираться. Как я уже говорил, сетевой бизнес может быть представлен в разных ипостасиях. Да и я вот перед тем, как прийти сюда, мне скидывали много раз вот эту ссылку. Я говорю, слушай, какая-то лоховозка, ну какая-то пирамида, ну какая-то хрень вообще просто. Я знаю, что все хотят подписать кого-то, подписать желательно сетевика, а еще лучше сетевика топового уровня. Помимо там продуктовых сетевых компаний, до прихода на эту площадку я был уверен, что все инфокомпании просто говно, говорю как есть. И если бы не мой друг Роман не сказал, посмотри и разберись, и я как бы просто из уважения к нему сел и начал разбираться. Друзья мои, я про тему пирамид могу рассказывать много. Не просто легенды, я могу рассказать такие жизненные истории, потому что сам потерял около 200 тысяч в одной из пирамид. И самое обидное, что когда новичок приходит первый раз в финансовую пирамиду, он даже понять не может, что это пирамида. Он верит в эту историю, он верит, что это будет жить, что это будет работать долго. Клянусь, я много чего могу рассказать про пирамиды. Пирамида, вкладываешь рубль, а на выходе ничего не делая, еще ключевое, ничего не делаешь, ждешь два. Вот это пирамида. Вы должны это понимать. Поэтому к пирамиде никакого отношения эта компания не имеет.
Есть просто энное количество владельцев традиционного бизнеса, которые считают всех сетевиков пирамидосниками, все сетевые компании пирамидами и так далее. На этих людей обращать внимание не стоит, потому что, видимо, когда-то у этого человека не получилось что-то, он начинает нести желчь. Либо, возможно, он чувствует какую-то конкуренцию, какую-то угрозу своему бизнесу, поэтому он тоже несет желчь, как бы в другую сторону. Вы знаете таких великих людей, как Дональд Трамп, Роберт Киосаки, как тот же самый Гандебас? Знаете Гандебаса? Шикарный спикер. Выходец откуда? Друзья, из сетевого маркетинга. Здесь люди становятся великими. Вы когда приходите сюда, вы начинаете настолько сильно развиваться, получать столько знаний, столько навыков, столько умений, вы просто себе представить не можете. И, конечно же, стоит упомянуть о таком инструменте, как бизнес-навигатор ProstoGame. Это мощнейшее пошаговое обучение от эксперта в индустрии, от Александра Бека. 52 урока в формате видео, построенные по принципу «изучи и сразу же примени». Благодаря только этому инструменту вы настроите непрерывный поток партнеров в любой свой бизнес. Надоело сливать деньги в сетевом? Наставник настоящий конь, а системы работы нет? Решение есть. Бизнес-навигатор от ProstoGame. Это твой путеводитель к большим деньгам. Прокачай себя, прокачай свои навыки. Тебя ждет 8 модулей, 56 видеоуроков и 465 минут пошагового плана. Начни зарабатывать. Стань экспертом MLM, научи зарабатывать свою команду и автоматизируй бизнес. Короче, прямо сейчас напиши автору видео «Хочу бизнес-навигатор», и он расскажет, что нужно делать. Принимай решение. Не будь как он. Ну, конечно же, всем участникам нашей команды мы сразу же на старте даем все готовые инструменты, чтобы уже сегодня вы начали зарабатывать свои первые деньги. Поэтому, друзья мои, я уверен, вы приняли правильное решение. Мы каждый день принимаем какое-то решение. Встать пораньше, либо поспать еще. Кушать правильную пищу, либо кушать какую-то гадость. Заниматься полезными вещами, либо залипать там в YouTube, в соцсетях и смотреть всякую ерунду. И очень важно принять правильное решение и стать частью нашей команды, вместе с нами двигаться к своим целям и зарабатывать хорошие деньги. Поверьте мне, наши отношения с вами будут по принципу «выиграл ты», «выиграл я», «выиграли все мы». И в нашей команде мы абсолютно каждого готовы взять за руку и вывести на результат всех тех, кто захочет этого. Нужно всего лишь желание. Внимательно изучайте все последующие инструкции, включайтесь в работу и добро пожаловать в команду.